Партнер проекта – офтальмологическая клиника 3Z. Улица Екатерининская, 105. Я думаю, что и мужчины, и женщины, они могут одинаково, как и во всех сферах деятельности. Что мужчина может выполнять, то и женщина. Ну, конечно, есть в каких-то физических качествах мужчины сильнее, чем женщина. Все-таки же мы должны быть наравне, а не мужчин только вот, допустим, выше, да, выставляют, что они главнее, сильнее и так далее. Что женщины тоже. Да. Я считаю, не должно быть разницы полов. Женщины все равно у нас, мы должны ухаживать и лелеять. Так что разница полов это... Если хотите в труде, то это неправильно. Женщина все равно у нас свет в окне. Одинаковая работа, конечно. Одинаковые условия работы в том числе. Ну и дома мы, в принципе, делим одинаковые дела. И мужчина может выполнять работу по дому, и так и женщина. Но мы одинаковые, по сути. В чем разница мужчина и женщина? Почему оно должно быть неравным? Где-то женщины преобладают, где-то мужчины имеют свое естественное физическое превосходство. Кому-то нравится сидеть дома, кому-то нравится, так сказать, гулять по горам. Почему это должно относиться к каким-то гендерным проблемам? Это проблема личностности каждого человека, поэтому не разделяю, лично я не разделяю их на мужчин и женщин. Во всем руководящие должности женщины становятся практически выполнять те же функции, что и мужчины. То есть это во всем проявляется. Мы растем, движемся, становимся как-то более раскрепощенными, развиваемся, и вот только из-за этого. Ну, здесь свои плюсы и минусы, скажем так. Поэтому есть и тогда можно сравнить о том, что это было хорошо, и тоже сейчас можно выделить свои плюсы. Сейчас уже больше, ну, мне кажется, даже доминировать начинают женщины, да, они бьются за это равенство полов. Дайте нам возможность работать на всех профессиях. Ну, я считаю, что есть все-таки, женщины считаются слабым полом, да, им нужно какое-то снисхождение, и нужно ограничивать работодателю, это ведь без разницы, кого взять, да, эти условия труда могут быть вредные, да, где женщины, она у нас роженица, должна рожать там здоровое поколение, должно быть оберегать женский пол. К сожалению, во всех, к огромному сожалению, женщины слегка забыли, что они женщины, а мужчины этим пользуются. А я не знаю, хорошо это или плохо, но как есть. Что надо сказать? Ну, как, наверное, обоюдно все-таки должно быть. Разница полов. И женское право, и мужское право. Тем более сейчас к этому стремится все сообщество мировое. Так мы же стремимся к этому. Значит, и должно быть так. Если человечество стремится, значит, должно так и быть. Ну, вот в службе охраны труда, раньше же инженер по охране труда, вроде бы, я понимаю, мужчина. Как у нас, вот, по крайней мере, в организации. Пусть будет мужчина, должен быть мужчина. Как бы мужчины больше слушают, ответственнее. Не знаю, по крайней мере, никто ничего про меня не говорил. Я женщина. Равенство, равенство. Я думаю, что это хорошо. Почему либо мужчины должны страдать, либо женщины? Должно быть как-то поровну все. Ну, не поровну, а ровно, одинаково. Что для мужчин, что для женщин. Везде. Я из школы, поэтому у нас равенство, может быть, даже больше женщин занимаются мужскими делами, чем мужчины женскими. Поэтому здесь у нас в большей степени вот, в школе равенство. Мое мнение, женщина должна быть, должна оставаться женщиной.